что так вышло с пушкой? Ничего. Я бы, наверное, так же сделала. Ты откуда? Из самого Хартфорда. Приветствую охотников за трофеями и добро пожаловать на канал Fan Games. Вас сейчас ждет очередная серия увлекательного прохождения Last of Us на платину. Ну, а меня, судя по всему, ждет перепрохождение предыдущей главы. То, что у меня должно было быть 21 разговор, а у меня их снова 19. Да твою ж м***ь! Ну вот, друзья, я снова здесь. Все перепрошел, блин. Еще раз посмотрим статистику. Да, теперь 21 разговор, все верно, как и должно быть. Я не понимаю, почему так происходит. То есть, фактически, в прошлый раз я до сюда дошел. Здесь как бы у нас автосейв, там катсцены, все дела. Вышел из игры, захожу, и разговоров не хватает. Причем я обнаружил это уже когда записывал эту серию. Я уже, ну, прошел всю эту зону до конца, дошел до следующей зоны, до следующего разговора. И когда я его проговорил, мне засчиталось 20 вместо 22. Я, конечно, офигел. Слава богу, у меня был автосейв. Ну, в смысле, не автосейв, а сейв на этом месте. То есть я сейчас специально делаю сохранение на всякий случай после каждой серии. Ну, вот удалось в него загрузиться, конечно, чтобы отсюда заново все начать. Короче, жуть. Так. Что-то я пока болтаю, сам забыл, что вообще происходит. Сейчас, ребят, сори. Здесь, по-моему, у нас ничего нет. Здесь мы тоже все постреляли. Блин, просто я даже ходил здесь сейчас по локации, не понимая, что я делаю. Так, ладно, давайте зайдем на кухню, соберем справочник очередной, детальки. Бомбит меня, конечно, немножечко от всего этого действия. Того, что приходится перепроходить локации. Понимаете, почему так редко серии выходят, если я, блин, еще каждую серию буду перепроходить по 10 раз. То, конечно, времени на записи совсем не останется, хотя его и так мало. Так, ладно, вот здесь вроде бы все. Так, где сейчас у нас будет сразу запертая дверь? Ай-яй-яй-яй. Блин, раньше мне только Элли мешала проходить, сейчас еще два чувака появились. Так, они идут вниз, а мы пойдем сюда. Порядок. Круто. Конечно, круто. Уф, детальки, потрошки. Такая неплохая запертая дверь, много здесь всего валяется, в том числе комикс. Элли, тут твои любимые комиксы. О, я прочитаю. Глубокая фаза, любопытненько. Книга 10, окей. Такс, блин, куча комнат. Таблеточки, потрошки, прям, да, много всего. Но что-то, по-моему, я еще не забрал, да? Еще таблеточки. Птичка. Хорошо. Хорошо. Ну, вроде бы теперь все, да? В принципе, слева направо по всей... квартире прошелся. Так, у нас теперь 100 таблеточек есть. Давайте, наверное, в принципе, завершим с колебанием оружия. Вот. Это будет, наверное, самый лучший вариант в данный момент. Ну и дальше все остальное будем прокачивать. В этой главе, на самом деле, осталось не так уж и много всяких собирательных вещей. Стоп-стоп! Не шумите! Не подходите к окнам! Не подходите к окнам, сказал он, и все подошли к окнам.
Грузовик. Все время ездит за нами в этом чертовом... Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не видно. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Ну, пошли. Ну, ок, тут такая маленькая сценка, вырезать я ее не стану. Близко. Очень близко. Так, в этом игрушечном магазине, по-моему, ничего у нас здесь и нет. Что это, какое-то стекло, что ли, около грузовика лежит? Странно так выглядит. Ну, все вроде. Давайте двигаться дальше. Опа. Черт. Эли, прикрывай. Похоже, и впрямь кто-то был, но давно смылся. Мой любимый стелс, погнали. Вдруг чего упустили? Ладно, подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Сейчас, по-моему, один из них пойдет прямо сюда. Так, всего их там трое вроде. В принципе, даже если и сагрим, ничего страшного. Так, вот как-то надо здесь, наверное, зашкериться, да? А, нет, смотрите, уходит. Думал, пойдет сюда. Блин, там сейчас спалит. Как я уже говорил, я уже прошел эту часть. Что-то мне казалось, что они как-то иначе ходили. Блин, конечно, они так ходят очень неудобно. Ладно, дождемся следующего кого-нибудь, кто сюда подойдет. Ну давайте, ребят, давайте быстрее. Они просто все вообще ушли. Ну подойди сюда, видишь, где прячусь. Че ты ссышь? Да блин. Короче, понятно. Никого стелса. Разомнемся! Где там последний остался? Приятель. Эй, эй! Слышишь? Братан! Слышу, слышу. А, капец! Зато дубиночку сменим, ладно. Здесь видел, блестели детальки. Или что тут? Нет, не... А, да, детальки. И проходим дальше. Здесь, по-моему, больше ничего не было. Там у нас два пацана бегут. Сейчас мы их устраним как-нибудь аккуратненько. Раз. Промазал, да ладно? Ну и все вроде. Ай. Чё, никаких патронов от вас, так сказать, не останется. Не странно, на самом деле. Можно было бы вполне задать противникам это какое-то определенное опасно. Количество патронов, они чтобы рядом. Они с них выпадали при убийстве. Ключ только у меня. И откуда взял? А вот очередной амулет. Мой господи, амулет. Медальон цикад. Опять я их путаю. Амулет, медальон. Так, давайте немножко пробежимся по локации, прежде чем идти за ребятками. Еще один туалет. Тут, по-моему, ничего нет, да? Мне 14. Тебе 14? Почти.
Ладно. Ну все ок. Остался самый последний артефакт в этой главе. Сейчас мы его и соберем. Где-то здесь он находится. Вот. Записка о суде. Окей. На самом деле записки очень интересные. То есть прям немножечко раскрывают лор игры. Даже не то, что лор, вообще рассказывает о том, что здесь происходит, в принципе. Так что если у вас есть время и желание, прям посидите да почитайте все записочки. Очень прикольно. Так, еще таблеточки. Эли опять смешит. Так, в этих столах, по-моему, в принципе-то ничего никогда и не было, да? Да я знаю, что мы пришли. Ну давай заходим тогда. В таком случае. Так, держитесь рядом, ясно? Да ясно, ясно. Ты уже пробовал? Да. Рад слышать. Ха, расслабься, старик. Надеюсь, ты знаешь дорогу. Так, детальки, ага. Сюда. Еще одни детальки будут внизу. Еще здесь будет такая весьма жесткая часть локации с кучей противников. Здесь ничего, по-моему, да, здесь, в принципе, тупик. Я пойду за тобой. Ладно. Ты как там? Пытаюсь согреться. Как у вас дела? Пристрелили нескольких зараженных, а туристы как провалились. Думаешь, они еще в городе? Да, они где-то здесь. Неплохая такая командная работа. Да подожди ты, пошли. Тут еще куча всего валяется. Так, кстати, надо было нож сделать. Где-то там еще ходит один или двое в этой части локации. Блин, или мне показалось? Вроде бы был кто-то. Ну ладно, нет так нет. Эй, слышь, щелку! А, вон слышу, ходит. Только не вижу. А, вон, кстати, щелкун действительно. Забавно. Отстреливают его. Недурно. Блин, этого чувака бы сагрить. Сюда как-нибудь, может, кирпичом? Оп, светит свет. Слушайте, насколько я помню, по-моему, этот фонарь вообще можно... Спрячься где-нибудь! О! Да, хорошо. Что там у них взорвалось? Так, ну там вообще никого нет, я не вижу. А тут чувак сейчас подойдет сюда. Хе-хе-хе, обманули. Ой, ой-ой-ой-ой. Не ожидал я, что они уже подошли сюда. Так. Сбоку не вижу. Вот тут бежит.
Ой, а ты откуда-то взялся? Стоп. А, это Элли была? А, нет, блин, я перепутал чувака с Элли. Красная курточка тоже. Ладно. Пофигу, придется аптечку потратить. Мог его схватить и подумал, что это Элли сидела. Смешно. Оп, вот он. И там еще один вдалеке есть. Прикрой меня, я иду. Хедшот. Блин. Достану. Сломалась моя дубиночка. Так, ну там противников осталось немного. Так, что здесь? Нигде здесь оружия никого? А, нет. Ближнего боя. О, привет. Пока. Куда он побежал-то? Странный какой. Да блин. Куда Джоэл кулаками машет, а? Все еще жив, что ли? Ну, наконец-то. Все, это последний был. Блин, что-то много-то копеечек потратил, но пофигу. Сейчас прям не хочется долго идти, вот по стелсу все это делать. Тем более я уже все это проходил. Все дурацкий незасчитанный разговор. Он все испортил. Так, ну, кстати, все, да. В этой детали вроде все артефакты и все детальки пособирали. Можно просто двигаться дальше спокойно. Генри, помоги ко мне. Ладно. Готов? Стой, стой, стой! Эй, они здесь! Твою мать! Ну вот. Вот, блин. О, все что ли? Есть. Красавчик, даже пошли. Ничего делать не пришлось. Не расслабляйтесь, мы еще не выбрались. Так, ты первый. Все чисто. Сэм, давай. Давай, теперь ты. Готово. Вот так. А черт! Быстро, быстро! Держи! Теперь тащим его! Извини. Мы уходим. Что? Что за бред? Ну, пошли! Ты что, охренел? Сейчас. Я с тобой. Бежим. Так, здесь мне понадобится дробовик, возможно, поскольку у меня нет оружия ближнего боя. Так, скрафтить аптечку бы сразу. Не знаю, стоит ли аптечку сейчас юзать или нет. Надеюсь, я сейчас не отъеду. Еще что-то соседи сверлят, сволочи. Здесь пройти.
Блин, как бы сейчас тут через бар этот перелезть? Понятно, короче. Ты сволочь! Оп! Неожиданно. Главное сейчас Элли с тем справится. А мы этого возьмем на себя. Воу-воу-воу, куда ты убежал-то? Блин! А! Стрельнул прямо в эту перекладину вот этого закусочного, что там, хот-доги или что там в ней, не знаю. Или как-то криво шмаляет, зачем я ей пистолет дал. Все? Вроде все. Посмотри, может, что найдешь. Ты видел? Лучше мы их, чем они нас. Так, а может мы реально что-нибудь найдем здесь интересненького? Вообще ничего не вижу. Или он имел в виду, посмотри, может быть, что найдешь, чтобы вылезти отсюда. О, таблеточки, это хорошо. Так, вот теперь точно нужно похилиться, я чувствую. Ну, ладно-с. Так, что? Не понял. Почему неактивно? Ты мешаешь, что ли? Или что? Или нужно сделать так? Бабах! Нет, конечно, так делать не нужно. О, теперь все. Блин, странно. Игра себя иногда очень странно ведет. Так, бежим. Фуф, ну, в общем, выбрались мы наконец-таки из Питтсбурга, дошли до следующей зоны. Нормально. Серия, блин, получилась короткой, но, честно говоря, не хочу я сейчас начинать следующую большую локацию. Предлагаю, наверное, на этом я здесь сейчас и остановлюсь. Вот, ну, постараюсь следующую серию сделать как можно быстрее. Большое спасибо за просмотр, как всегда, не забывайте ставить лайк, если вам помогло или понравилось это видео. Ну и до встречи в следующей серии.